Нажмеддин Садыков больше не служит в азербайджанской армии. Садыков, ранее занимавший пост главы Генштаба Вооруженных сил Азербайджана, в настоящее время не состоит на военной службе. Как передает канал 13, об этом сообщили в Минобороны Азербайджана в ответ на запрос азербайджанских СМИ. Отметим, что ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что у Нажмеддина Садыкова возникли серьезные проблемы со здоровьем, он перенес открытую операцию на сердце в Москве. Генерал-полковник Нажмеддин Садыков занимал должность первого заместителя министра обороны Азербайджанской республики, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана. В настоящее время его имя удалено с официального сайта ведомства. Еще в июле Министерство обороны Азербайджана опровергло муссируемую в СМИ и соцсетях информацию об отстранении Садыкова от должности. Напомним, что 12 декабря указом Закира Гасанова был уволен начальник Главного управления внутренней безопасности Минобороны Рамиль Аскеров. Причина увольнения тогда названа не была, но СМИ писали, что Аскеров приходится племянником Садыкову. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.